На данном скриншоте вы видите кадыровского так называемого имама, представителя так называемых традиционных мусульман суфийского толка по имени Аутаев Али. На вполне обоснованное обвинение в свой адрес он выплеснул наружу свое садистское и грязное нутро. На данные обвинения в свой адрес он ответил буквально следующее. «Вот бы тебя посадить на бутылку за такой разговор». Очевидно, что Аутаев вдохновляется садистскими пытками сексуального характера над мусульманами, как и верховный муфтий Кадырова, который в свою очередь поприветствовал пытки сексуального характера над мужчинами. Ломовец, да сиса звинаясь.